Вчера прошло очередное заседание правительства Магаданской области, в ходе которого губернатор совместно с министрами обсудили несколько важных тем. Одной из них была тема о распределении субсидий бюджетом городских округов региона на реализацию мероприятий «Финансовая поддержка инициативных проектов». 14 июля текущего года состоялось заседание областной конкурсной комиссии по проведению отбора инициативных проектов, которые были выдвинуты жителями муниципальных образований и предоставлены для получения финансовой поддержки из областного бюджета. По итогам рейтинговой оценки инициативных проектов победителями конкурса стали: первое место – это инициативный проект «Мини-парк Центра притяжения Тенькинского городского округа». Второе место – инициативный проект благоустройства детской игровой площадки в поселке Ягодное. И третье место заняло поселок Амсучан благоустройство дворовой территории. В конкурсной комиссии входили представители Министерства строительства и ЖКХ Магаданской области. Все проекты были отсмотрены именно с точки зрения реальности их реализации в текущем финансовом году. В связи с этим, по итогам конкурсной комиссии, предложено распределить по муниципальным образованиям, названным мной выше, средства в размере 2 миллиона 947 тысяч рублей для Тенькинского городского округа, 4 миллиона 104 тысячи рублей для Ягодинского и 4 миллиона 173 тысячи рублей для Амсучанского городского округа этим постановлением.